доброго времени суток, дорогие товарищи, а также подписчики нашего канала. Сегодня с вами снова я, и мы будем продолжать эту замечательную симуляторную игру, которая называется «Успокойся, Сталин». Мы будем продолжать успокаивать меня. Сразу хочу спросить, почему, товарищи, так мало смотрели этот ролик? Почему так мало ставили лайки? Я не понимаю. Это нехорошо. У нас усталость увеличилась. Надо нам снизить немножко усталости. Муха увеличивает стресс. Прогоните ее руками. Что это булькало? Вы это не слышали, наверное. Дай мне водка. Отца! Как? А, я забыл выбросить предмет. Да. Нехорошо, товарищи. Нехорошо. Вы должны ставить мне лайки. У нас тоталитарное общество. Советское, тоталитарное. Славное общество, да? Что такое? Слушай, вот этот лампа, и этот лампа отправь назад. Я хочу курить. Стресс давит нереально. Вторжение. Ну-ка назад. Назад, Черчилль, назад, Рузвельт. Польша мой. Да, товарищ Молотов. Что такое? Товарищ Молотов, отправьте пару своих ребят. Договоритесь с этими варварскими капиталистами. Не хочу, чтобы они вторгались в нашу территорию. Алло. Да. Спасибо за замечательные флаги. Спасибо за портрет Ленина. Это очень хорошо, я благодарю вас. Да, расстреляйте его. Ну-ка назад. И слушай. Успокойся. Ну-ка назад. Назад, товарищ. Это не есть хорошо, да? Что ты хочешь от меня? Перестану звонить, я уже сказал расстрелять его. Ну и что, что он не отправил Ленина? Где моя водка? Это невыносимо уже, да. Пошел в жопу. Хорошо, государство плюс, усталость плюс. Повысили целостность государства. Снизили усталость, получается. Мне надо было C выбрать, да? Нет. Я не понимаю, он полный шкала должен быть или не полный? Давайте проверим. Отлично, один трубка. Один трубка и один кнопка. Больше ничего у нас нету. Это хорошо. Вот так пальцем делаю, обманываю. Эй, это что такое? Стрелял. Хорошо себя чувствую теперь. Давай. Еще стрелял. Угрожать врагам надо. Покурить чуть-чуть. И слушай. Хорошо.
и хватит уже мне пистолет совать. Я не могу попадать. Не попал. Ну-ка назад. Назад я говорю. Хватит мне этот пистолет совать под кнопка. Это что такое? Усы чешется. Сопарил ты меня уже. Угрожать врагам. О, хорошо, усталость повысил, прогресс повысил, государство понизил. Сейчас посмотрим. Да, усталость должен быть на высокий уровень, это значит мы не устали. А если государственная целостность упала, значит государственной целостности нету, как и усталость. Надо нам на максимум ее поднимать. Что, надо выполнять дальше, следующая миссия. День 10. Весь день игрался со своим новым наганом, весело. Мы должны собрать войска у границ, в случае, если наши угрозы не сработают. Как это не сработают? Муха увеличивает стресс, прогонит ее руками. Где эта муха, я не знаю. Дай мне вода, водки. Отца! 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 Хорошо. Давай сюда мне пистолет. Почему не попадаешь? А лампа можно стрелять, я не знаю. Надо угрожать врагам. Алло. Нет времени мне разговаривать, надо угрожать врагам. Убери, убери этот поднос. Убери, я должен угрожать. Скотина такой. Слушай, я тебя сам сейчас расстреляю. Пошел вон отсюда. Стресс давит. Покурить надо срочно. Этот лампа меня раздражает. Я уже не могу с этой лампой сидеть. Что делать? О, елки-палки, да чтоб тебя, а? Пошел вон отсюда. Свой пистолет не сует. Проклятый лампа. Тихо, тихо, тихо. Назад, назад. Угрожаем. Я нажму эту кнопку. Убери пистолет. Убери, я тебе говорю. Убери. Пошел вон отсюда. Пошел вон. Пошел вон. Вон. И слушай. Я нажму кнопку. Я нажму ее. Польша мой. Польша моя. Тише. Тихо, тихо. Алло, да. Назад, назад. Быстро, быстро. Угрожаем врагам. Быстро. Стресс давит. Напряжение нарастает. У государства минус, опять усталость прибавилась, прогресс тоже. Получена груша. Бейте грушу, чтобы уменьшить скорость набора стресса. Еще и грушу дали мне. Чем ближе рука на кнопке, тем более эффект угроз выше. Хорошо, курим. Как, что мне эта груша делать надо? Бить вот так вот, да? Тихо, тихо, тихо. Угрожать врагам надо. Ну-ка назад. Я нажму эту кнопку. Стресс давит, не могу. Палец тянется на кнопку. Тянется прям на кнопку туда. Посмотрите, я не могу эту руку держать уже. Если вы не отдадите мне Болгарию, я нажму на кнопку. Стресс, стресс, стресс тянет. Давит мне стресс. Тихо, тихо. Только назад. Назад, я говорю. Быстро назад.
Почти нажимаю кнопка, почти не нажимаю, обман. Обман делаем. Тихо. Тихо. Ну же, чуть-чуть поближе. Ой-ой-ой-ой, тихо, покури. Не надо нервничать, давай, кури, чуть-чуть грушу побей. Гони врагов, хорошо. Этот миссия пройдена. Испытал боксерскую грушу, она помогает бороться со стрессом, это хорошо. Отправить дипломатов на переговоры, чтобы наконец прекратить эту холодную войну, хорошо? Где мой телефон? Надо отправить, товарищи. Алло, товарищ Молотов, поезжайте в капиталистические государства, чтобы прекратить холодную войну. Угрожать врагам. Хорошо, давай. Да, товарищ Молотов, какие-то проблемы. Не пускаю через границу, расстреляйте их. Тихо, назад. Я нажму эту кнопку, если вы не пропустите наших дипломатов на переговоры. Вот ко мне. Я не знаю. Алло, да. Сталин слушает. Все, до свидания. До свидания. Я нажму эту кнопку. Где водка? Скорее надо стресс снизить. Стресс давит. Ац! Ну-ка назад. Вы что себе позволяете, капиталистические свиньи? Убери этот пистолет мне. Не нужен он. Что-то я не попадаю, слишком много водка я выпил. Да хватит уже мне слушать, ты мне этот пистолет суешь, этот лампа мигает, этот телефон звонит. Хватит уже, да, до свидания. Вот этот прекращай мне делать. Так, стресс. Угроза вторжения. Назад, свиньи. Капиталистические варвары хотят вторгнуться. Советский Союз, цивилизованное государство. Да чтоб тебя, а! Пошел вон отсюда. Я нажму эту кнопку. Я могу нажать. Атомная бомба отправится прямо в Вашингтон. Слава Марксу и Энгельсу, мы прошли этот уровень. Получена муха. Повышает стресс, можно прогнать руками. Мне нужно повысить эффективность государственной целостности. Хорошо, курим трубка. Пока все хорошо. Занимаемся рутинными делами. Угрожаем врагам, алло, да. Я занят, ты мне не звони сейчас. Хорошо, я покурить хочу. Давай сюда. Да чтоб тебя, а? Ну что ты не стреляешь нормально? Три раза промахнулся, три патрона в пистолете нога не моем. Что за дела такое? У нас что, не хватает патрона? Алло! Где патроны? Почему нет железа? Почему нет свинца? Расстреляю вас всех, чертовой матери. Пошел вон отсюда, пошел в жопу. Да чтоб тебя, ну стреляй ты, скотина. Тварь такой. Алло! Пистолет не работает, пришлите нормальный. Это нормальный, нет? Хороший пистолет, дай мне водка. Скотина такой, лампа, этот проклятый, я уже не могу его терпеть, видеть тебя не могу, да?
Прекрати мне звонить. Где мой водка? Где офицер, ответственный за водка? Почему ты мне так с опозданием? Отца! Потанцуем немного, потанцуем, стресс надо снять. Давай сюда. Хорошо. Я нажму эту кнопку, если ты будешь продолжать мне вторжение, угрозы делать. Скотина, этот лампа тупой. Да. Хорошо. Государственную целостность я повышаю, да. Разговаривай со мной почаще. Скотина такой. Алло. Да. Хорошо. Хочу новый костюм себе, белый. Закажи. Государство повысили, усталость тоже повысилась. Вот теперь у нас все хорошо. И с государственной целостностью, и с усталостью. День 14 повысил целостность государства. Весь день занимался делами. Хорошо, делаем А. Муха увеличивает стресс, прогонит ее руками. О, слава богу, лампы нету, телефона нету, водки тоже нету, это плохо. Пошел вон отсюда. Просто курим и нажимаем кнопка. Пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Покурили. Угрожали врагам. Улетела отсюда. Угрожали. И слушай, надо дымом ее прогонять. Тихо. Стресс давит, нереально стресс давит. Почти кнопку нажимали. Этот муха раздражает реально. Хорошо, уровень пройден. День 15, весь день пытался прогнать муху. Не преуспел. Не давать врагу расслабиться. Продвигаем войска вперед к границам. Хорошо, без проблем. Промах мимо цели из нагана понижает целостность государства. Ну нифига себе вы дали мне информацию такую позднюю. А я лево-направо стрелял его. Фу, надо угрожать врагам. Слишком они быстро начинают давить на нас. Опять лампа. Надеюсь, муха сейчас не будет. Убери телефон, дай мне водка. Ац! Алло. Пошел вон отсюда, муха. Алло, да. Положил трубка. Где эта муха? Алло, да. Товарищ Сталин, слушай. Наградить его, а потом расстрелять. Эй, трубка, ты что так нервничаешь? Да чтоб тебя, а! Лампа уже проклятый, дай мне водка. Зачем мне пистолет? Алло, да. Не могу говорить, вторжение близко. Слушай, муха. Я тебе что-то плохое делал? Я ж тебе не делал плохого ничего. Пошел вон отсюда. Лети отсюда. Алло, да, не могу говорить. Пошел вон пистолетом своим. Угроза вторжения, быстро! Почти нажимаем кнопка. Почти нажимаем. Стресс давит нереально, надо курить. Курить быстро, кури. Трубка курим. Кнопка нажимаем быстро. Чуть-чуть стресс надо унизить. Понизить стресс. Угроза. Снижаем угроза.
почти нажимаем кнопка и почти не нажимаем. Обман делаем. Пошел вон, муха, пошел вон. Лампа не мигай, кури. Хорошо, дым обгоняет муха. Алло, да. Не могу говорить, угроза вторжения. Хорошо, мы справились. Получен бюст Ленина повышает эффективность угроз нажатия на кнопку, когда в руке. Это же надо. Это очень хорошая вещь, оказывается. Получили бюст товарища Ленина. Надо найти ему достойное применение. День 16 продвинул войска еще ближе к границе, чтобы показать врагу, что мы не боимся. Хорошо. Отвечайте на звонки. Ну, это я знаю. Что мне делать? И что? Где? Надо на кнопку нажимать. Тяжелая штука этот. Ленин бюст. Слушай, он очень тяжелый. Я не могу его держать. Поставь назад. Вот так надо покурить. Стресс немножко снять. Угрожать врагам. Этот бюст очень тяжелый, я не могу его одной рукой держать. Он почти нажимается кнопка. Очень сложная миссия, очень сложный день сегодня. Бюст тяжелый, как не знаю. Я не могу, не могу, товарищи. Это эпичная битва. Ленина с кнопкой. Очень тяжелая кнопка. Атаки... Ой-ой-ой-ой-ой. Вы нажали на кнопку. Приказ наступления отдан, война неизбежна. Хорошо, попробуем еще раз. Надо покачаться немножко, бицуху накачать, и тогда я могу угрожать врагам, нажимая на кнопку бюстом Ленина. Ну-ка назад, товарищи. Заклинаю вас именем советского народа. Отойдите от наших границ. Война неизбежна. Не нажимай, только не нажимай. Поставь вот так. Отдохни чуть-чуть. Покури. Расслабься. А теперь давай поставим и будем угрожать пальцем. Как это мы обычно делаем. Им не страшно, посмотри. Походу надо бюстом угрожать врагам. Еле как сдерживаем врагов. Ну-ка назад. Назад, назад, назад. Быстро. А то Ленин нажмет кнопка и будет вам плохо. Фу, это было сложно. Усталость повысилась. Нашел применение бюста Ленину. Бюсту Ленина. Что дальше? Враг боится, пора разработать план последней и решительной угрозы. День 17. Хорошо, давайте. Ой-ой-ой, как много всего. Давай мне водка сразу. Выпьем за целостность государства. Ац! Возьмем мне трубка, покурим немножко. Тише. Хорошо. Угрожаем врагам. Пошел вон отсюда. Алло. Не могу говорить, этот лампа опять мигает, не мешает работать, это не дело. Что за безобразие, я не понимаю. Надо отправить их в санаторий, в командировку, отдыхать на лесах. Будут ли, давай мне вот так вот сделаем. Вот так пошел вон назад от наших границ. Это очень сложный бюст. Поставь его аккуратно.
Хорошо, давай на еще раз. Алло. Да, этот бюст дрожит весь от страха, что нажмет на кнопку. Я не знаю, почему он так делает. Замените его. Покурим немножко. Теперь возьмем бюст Ленина. Нажимаем кнопку. Убери отсюда поднос этот с пистолетом. Убери, я тебе говорю. Что ты делаешь сейчас? Кнопка нажмется. Пошел вон отсюда. Совсем дурак, что ли? Да. Хорошо. Угрожать врагам. Товарищ Ленин может угрожать. Хорошо. Лучше, чем товарищ Сталин. Потому что это мой учитель. Контрреволюция надо делать, товарищи. Тихо. Ты опять это делаешь, да? Ты что, дурак? Я тебя расстреляю к чертовой матери. Пошел вон отсюда, скотина. Давай, ладно. Нажму на кнопку. Пошел вон отсюда. Это наши границы. Убери телефон. Чуть кнопка пистолет не нажимал. Это сложный был день сегодня. Очень сложный. Государственная целостность опять упала. Что нам делать? Получены печати. Поставьте правильную печать, чтобы повысить целостность государства. Подготовил планы и стратегию для финальных дипломатических переговоров. Хорошо, давай попробуем. Сейчас, наверное, только печати будут. Да. Давай курим. Так, угрожать врагам. Ну-ка назад пошел. Зеленый печать надо. Хорошо. Тише, тише, ты что так летаешь мне ты? Не надо летать. Так случайно кнопка можно нажать. Нажать только может бюст Ленина или я. Верховный генералиссимус советского социалистического государства. Зеленый надо. Хорошо. Стресс давить не могу, надо курить. Покури немножко. Покурили. Теперь кнопка. Угрожаем врагам. Хорошо. Красный. Расстрелять. Угрожать врагам. Давит стресс. Давит. Я не знаю, что делать. Зеленый. Нажимай! Повысили целостность государства, повысили уровень усталости. Все повысили. Привыкал к новым печатям, слишком тяжелые. Мы сильны, как никогда. Еще немного, и победа будет за нами. Вперед! Ой-ой-ой, это будет сложно, надо выпить. За Советский Социалистический Республики. Давай. Алло, да. Хорошо. Мне документы надо печать ставить. Все, пошел в жопа. Зеленый печать давай. Хорошо, поставил печать. Угрожать врагам. Стресс давит. Муха этот летает, проклятый. Что ты тут делаешь? Пошел вон. Тише, тише. Весь бардак у меня стол. Здесь какой-то осколка лежит.
Трубка, кстати, надо покурить немножко. Стресс. Снижаем стресс. Давай сюда. Да. Хорошо. Курим. Бюст Ленина, давай, давай. Делай свое дело. Назад врагов отгоняем. Пропустили документ, не подписали, это плохо. Алло. Да, я слушаю. Да. Угрожать врагам. Давай. Скотина такой, давай бюст. Отгоняем врагов. Опять второй документ пропустили, это не дело. Этот лампа проклятый, я уже не могу с этим делать ничего. Господи, боже мой, товарищ Маркс и Энгельс, помогите мне. Давай, ставь этот проклятый печать отсюда, пошел вон. Расстрелять его нахрен! Угрожаем врагам. Хорошо, поставил печать, давай мне бюст. Отгоняем от границ врагов. Вторжение неизбежно, надо его прогнать с наших границ. Делаем все необходимое для нашего государства. Водка, водка, где? Муха этот мешает мне. Летает здесь. Тихо, тихо, Ленин, ты что делаешь? Я не могу нажимать этот печать. Убери, убери этот пистолет, пожалуйста, я тебя расстреляю сейчас, товарищ, не надо. Убери, убери, я тебе сказал, ты что, тупой что ли такой? Ставь этот проклятый. Да, слушаю тебя, сволочь, такая лампа, да, слушаю. Господи, я не могу нажимать кнопка, не могу брать бюст Ленина. Давай скорей. Скотина, не попал три раза. Дела все серьезные, все больше дел нам предоставили враги. Я не справляюсь один, у меня всего две руки. Алло, да. Хватит мне звонить по пустякам. Слушай, нормально положи. И ну что такое? Я не могу ставить печать. Стресс давит, я уже не могу. Надо чуть грушу побить, хорошо. Государство, смотрите, сколько много. Надо повысить целостность государства. Открыт режим на время. Мы что, прошли эта миссия или что? День 20, победа близка, я чувствую ее. Пришло время покончить с этой войной раз и навсегда. Противник наступает, но мы сильны, и победа будет наша. Давайте в следующих сериях повысим целостность государства, а потом приступим к следующему решительному рывку нашего советского государства. Всем до свидания, дорогие подписчики. Ставьте свои пальцы вверх. Большие пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, товарищи.